Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Дина Бэш. И мы с вами на 50 уровне. Ну что же, поехали. Так, улучшить. А кого мы можем с вами улучшить за 10 тысяч? А, наверное, и никого. Плювика, может быть? Нет, Плювика мы не будем, потому что он у нас в компании не состоит. Так, ну что, поехали тогда. Так, дальше. Я, наверное, еще возьму с собой все-таки вот эту вот хилялку. Ребята, на 2 дня мне дали вот эту вот ячеечку, 4-ю, так что поехали. За 2 дня нам нужно пройти как можно дальше. Так, давай разберемся с этим и будем надеяться, что следующий остров безопасен. Я, честно говоря, что-то с... Че, сразу с бомжихи, что ли, начина... Блин! Так, ребят, надо срочно улучшать свою эту яблоню. Так, ну-ка. Ёлки-палки, там и каменные бегут. Слушай, что будем делать? Нам нужен, наверное, все-таки Т-рекс. Давай, наверное, будем призывать Т-рекса. Так, и вот этих вот охламонов тоже нам нужно подбивать. Ой, а что это такое? Птичка у нас пролетела. Причем довольно быстро. Так, ладно, давай замораживать. Я вот сюда, ребят, наверное, бомбану. Мне нужно хилять Т-рекса своего. Как видите, ребята, он у меня немножечко прокачанный. В деревянной пока броне. Ну, это должно быть хорошо, ребят. Деревянная броня ему нужна. Иначе нам будет здесь крантарики. Так, если что, я его, ребят, хильну. Давай, кусай этих всех засранцев. Так, отлично. Пока все хорошо. Так, у нас что там? По яблокам нормуль. А, вторая волна. Так, вот это вот нам не нужно здесь. Летун тоже мне нашелся. Может быть, Рэмбо призвать? Нет, не буду я никого призывать. Ребята, и буду смотреть отныне всегда ролики за рекламу, чтобы мне давали денег побольше. Оу, неплохо, я вам скажу. Так, давайте подлечим нашего Т-рекса на всякий случай. Так, вызовем еще, наверное, Рэмбо. Так, опять бомжиха где-то бежит. Ну давай. А, и тут хил. Ребят, тут еще и хил вместе с ними. Ну. Так, надо лечить их всех тут. Иначе их разобьют. Да что птичка, радужная птичка какая-то у меня тут летит. Так, последняя волна. Так, я не понял. Оу, ты понял? Ты смотри, бомжиха-то идет в чем? В деревянных доспехах тоже. Нет, такого мы позволить не можем, ребят. Нам нужно хиляться. Так, давай быстрее, Рэмбо. Вся надежда на тебя. Так, давай бомжиху эту забомбим. Ага, заморозили. Кусаем, не расслабляемся. Давай. Ну, блин, смотри-ка, она крепкая. Блин, мне... экран так дергается, я вообще ничего не вижу. Эй. Так и должно быть, что ли, дергание вот это вот. Блин, они мне Т-рекса убили, ты представляешь? Ну, брахио, я должен захилял. Слушай, ну офигеть, если такие вот у нас пойдут бомжихи дальше, как мы будем тут справляться, я ума не приложу, если честно. О! Ну, есть! Ребят, мы подбили с вами бомжиху, получили кучу монет, и давайте, наверное, сделаем, посмотрим рекламку, да? Ух ты, я получу 2500 монет, давай делать. Так, ну что же, ребята, у меня в данный момент 23 тысячи голды. И это, кстати, очень классно, потому что мы с вами, наверное, сейчас что-то будем улучшать. Так, ну я знаю, что огонь опасен. Копье. А что, нам еще и здесь надо будет драться? Странно. Так, ну давай-ка посмотрим в улучшении. Так, яйцо динозавра, это мы можем улучшить, да, его? Кстати, нужно улучшить, мне кажется. Знаете почему? Потому что, ребята, они постоянно бомбят его. Хорош, 11 тысяч у нас осталось. Давай посмотрим, что мы можем... Да иди ты, Плювик! Как ты меня достал, а? Так, 11... не хватает чуть-чуть. Блин, потратил. Потратил я чересчур. Хотя, знаете что? Давайте... Да елки ты палки. 30 я не хочу апать. Давайте еще, наверное, яйцо проапаем разочек. Во! Сколько у нас здоровья? 1600, короче. Ладно, поехали, ребят. Посмотрим, что у нас тут за миссия. Я так понимаю, что это... Открывай новые уровни за 7. Мы побежали, типа, да, с вами?
О, нет, здесь слишком холодно, но тут есть ледяные бомбы. Ледяные бомбы тут есть. Так, хорошо, ребята. Раз есть ледяные бомбы, значит, мы будем замораживать врагов, я так понимаю. Посмотрим. Пока я вижу только нашу обычную бомбу. Троглодиты напирают. Ну, мы тогда начинаем с вами с Тирекса, наверное, да? Так, каменные, да? Блин. А? Как оно вам? Минусанули. Так, давай, Тирексик, мы еще тебе вот этого на затравочку вызовем, да? Кусай. Вот так вот. Нечего ему тут делать. Слушай, что тут как-то больно легко с ними мой Рексик-то расправляется. А ну-ка, замораживаем. Если что, ребята, придется хилять. Так, оставим. Ой, яблони, елки-палки, у меня же яблоки. Надо, ребята, чтобы они... Все? Так, быстро? Ну-ка, сколько тут монет дадут? 2000, ладно. Я получаю 2371 монету. Замечательно. Так, ледяная буря замораживает всех троглодитов. Это все понятно. Так, тут у нас... Ну, скоро будет около того, ребята. Так что нормуль. Что нам нужно с вами сделать? Надо улучшить, это раз. Надо определиться, кого улучшать. Так, 13 тысяч у нас в данный момент. И я думаю, что это будет... Наверное, Подождите. Давай, наверное, все-таки Брахио. Да. Пускай будет у нас улучшенным Брахио. 30 минут ждать, представляешь, улучшение. Но у нас 52 уровень, поэтому побежали. Ух. Когда же, интересно, эти ребята пойдут с катапультами, а? Кто мне скажет? Наверное, уже скоро. Но. Так, давайте, ребята, наверное, вот так вот с вами сделаем по-быренькому. Минусовать. Замораживать. Ох, как по красоте. Блин, что такое? Давай, Рэмбо на выход. Все требуют, чтобы вышел Рэмбо. Он сейчас будет тут всех чикать. Кстати, нам нужно было действительно, наверное, с вами Рэмбо прокачать. Он довольно хороший. Вот и Стега. Ой, Стега. Тирексик наш подошел. Ну куда ты? Куда ты бежишь, олух? Олух. Смотри, а куст меня разбомбил. Да чего же легкий? Нет, куст наверняка тоже должен как-то, ребята, улучшаться. Чего он такой легкий, ватный? Мне не нравится, что он так быстро и легко разбирается. Ну-ка, бомбань. Ой, тихо. Фух, повезло, что не уничтожили с вами. Сейчас бомба упадет не туда, куда надо. Фу ты. Будь она неладна, а. Брахио на выход. Роднуля ты мой. Так, этот летит. Блин, их тут... Их тут целый отряд, ребят. Ну, что за дела? Так, Стега, подбивай. Подбивай этих летунов. И Рэмбо вызываем. Пускай он ими займется здесь. Вот так, так, подожди. А яблочки, может быть, не надо подбирать? Может, они сами подбираются, нет? Ну, подбивай их. Ой, по красоте. Так. То есть, я так понимаю, что у нас, ребята, тоже начинается с травяной брони, да? Опа, она, бомжиха. А потом мы с вами постепенно будем доходить до каменной брони. Две бомжики, что ли, идут? Это последняя волна. Ёпрсте. Камень, срочно бросай камень туда. И вызываем Рэмбо. Заморозка. Ёлки-палки, что там за заваруха? Я не могу понять, что происходит. Брахио, успей. Отлично, мы успели подхилить Брахио. Я вызываю еще одного Тирекса. Че, прошли, что ли? Ненадолго появляется Тирексик. Где он? Офигеть, такой же, как у меня, ребят, Тирексик. Два Тирексика, это сила. Ну, что-то они не прекращают на нас нападать. Все ползут и ползут. Шикарно. Так, у нас 9258 монет. Давай. На самом деле было бы лучше, если бы нам давали умноженные на 2 монеты, да? Чем вот так вот по 2000. Но в любом случае мы с вами продвигаемся дальше. И 53-я миссия, по-моему, да? 53-я. 11 тысяч у нас по деньгам. 11 тысяч по деньгам. Ну-ка посмотрим. Во, мы можем с вами Стега улучшить. Пускай. Все, пускай идет, ребят, на улучшение. Так, 53-я миссия, поехали.
Потому что через 2 дня ячейка эта у меня, ребята, исчезнет, и все, и будет нам трындец. Тут, мне кажется, даже 4 бомбы как-то маловато. Да ну, завязывайте вы уже. Эй, блин, бомжиха усиленная, да? Нет, обычная. Обычная, ребят. Обычная бомжиха. Получила, как говорится, своих люлей-звездюлей. Блин, вот эти хламоны меня просто раздражают. Серьезно говорю. Тирексик нам в помощь. Будем, если что, ребята, его хилять. Ну, перед этим я, наверное, еще успею бомбочку сбросить на них. Да? Бомбочку, валун это, валун, ребят, конечно же, валун. Так, стега, ты мне здесь нужен, потому что тут уже летуны появились. Ох, ребята, когда они еще пропадутся, это будет вообще шикарно, ты представляешь? Какой они будут дамаг наносить, колоссальный. Опа, на, какие тут еще топорики, ребята, уже бросают. Эти гады бросают топорики. Зачем я это сделал? Вот это я сейчас сглупил опять, опять сглупил. Тирексик, держись! Я вызываю тебе на помощь брахию и подхил. Опа! Шикарно. Теперь валуном попробуем их забомбить всех. Так, замораживаю. Е! Слушай, ну неплохо. Блин, Тирекс вообще крут. Крут, вот я вам серьезно говорю, он... Блин, чуть огоньком было, не поджарили, а? Брахию, давай-ка выходи. Мы тебе тут уже все заждались. Идет наш родной Брахио. Так, бомбим, пока бомбим. Слушай, ну и... Воу-воу-воу-воу-воу. Знакомый крик бомжихи. Так, а вот это уже плохо. Бомжиха в броне, ребята. Ты понимаешь? Бомжиха в броне. Валун, срочно валун. Все, что есть и нет, ребят, надо бросать. Что там происходит? Опа, супер валун, ребят, по-моему, валяется, да? Так, я кого-нибудь подхилил. Все трясется, я не могу даже сосредоточиться, ребят. Что тут происходит? Последняя волна, вот вижу, что идет. Блин, по-моему, Тирексу моему сейчас хана будет. Блин, все-таки накрыли его. И брахи его накрыли, а? Соответственно, сейчас накроют и стега. Слушай, ну вот эта бомжиха, вот усиленная, это, конечно, зло. Это большое зло, ребят. Он еще и с молоточками хламоны эти. Надо их, наверное, вот так вот подбить. Ну, разговор, блин, короткий у меня будет с ними, со всеми. Тирексик, молодец, спасибо, что пришел, не бросил моих ребятулик в беде. Спасибо тебе большое, я буду тебя хилять, хилять буду, должен хильнуть. Ну что ты, блин, а? Давай вот так вот. И этих охламонов накрываем медным тазом, ребята. Опа! Блин, надо еще усилить валунчик нам вот этот вот. Лавовый, магмовый. Как хотите, называйте, нужно его улучшить. Так, 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 так. Ну и стегача тоже, потому что он бомбит-то бомбит, но еще слабовато. И по жизни он, конечно, вообще слабак. Но, тем не менее, мы с вами прошли. Мы получаем еще кучу монет. Получен бриллиант. 10 уровень, ребятули, у нас. И это шикарно. Блин, я, по-моему, не посмотрел рекламу, да? Да, я не посмотрел рекламу, соответственно, денег не получил. Блин, обидно. Да, ох ты, смотрите-ка, ребят, что это у нас такое? Я хочу срочно получить вот этот вот, я не знаю, как-то кустарничек или что это такое. Так, ну для начала нам нужно пройти этот уровень. Так, так, сразу же делаем, да? Опа-на, начинается неплохо. Я понял, в чем прикол. Значит, блин, значит, нам нужно здесь вызывать стегозавра, потому что он их неплохо подбивает. Так, тихо замораживаем. И бэм! Да-да-да-да-да, давай, стега. Да что ты будешь делать-то? Подбили. И минусанули. Слушай, по-моему, здесь у нас будут одни летуны. Я могу ошибаться. А могу и нет. Да елки-то... Так, ладно, Тирексик, пора тебе на выход. Немножечко прогуляться. Там бомжиха вышла где-то. Где же ты вышла? Вот она. Вот она, бомжиха. Так, хил. Тоже его надо убрать. Где мои птички? Вон они летят. Хе-хе-хе-хе, хотел захилять. Хренушки. Так, давай-давай-давай-давай, родные, бомбим. Так. О, бежит Рэмбо. Сбил, сбил. Так, бомжих, надо тебя заморозить. К ядрене фени. Достал ты меня уже. А этих надо накрывать.
естественно, валуны с небес бросать на этих говнюков. Потому что они очень сильные. Давай вот так вот. Всех. Кучей. Блин. Как же меня бесит, что бомба именно вот здесь находится. Нигде не в другом месте. Именно вот тут. Опять бомжих услышал я, да? Это же бомжихин крик был. Хе-хе, Брахи, удави этого гаденыша. Так, нечего им тут делать. Так, хиляемся, хиляемся, успеем? Успел, успел. Нет, не успел. Вообще не того захилял. Ёлки-то палки, что тут вообще происходит? Давай замораживать их всех. Тирекс, выходи. Милости просим к нашему шалашу. Так, Брахио. Ну, если что, подхиляем его. И вызываем еще одного Рэмбо. Мне просто очень хочется посмотреть, что нам там новенького такого дадут. Уж серьезно вам говорю, очень сильно хочется. Так, это последняя волна. Это последняя волна. Блин, Рэмбо надо улучшать. Не может он пробить. Вот особенно вот этих вот бомжих, он не может их пробить. Ага, минус. Так, давай, наверное, подлечку. И вот так сделаем. Нет, Стега, конечно, хорошо, он бобит. Но урон, вы посмотрите, я не вижу, ребята, урон, чтобы он наносил. Зато у нас два валуна. Вот это тоже, кстати, хорошо. О, а нет, бомжиха жива. Я думал, бомжиху убрали уже. Нет, она... Блин! Не успел я, малька. Слушай, ты посмотри, какая их тут армия, а. Просто посмотри. Что тут, блин, про... они моего брать просто сносят. Ай, сейчас и до Стега доберутся. Печалька, блин, а. И бегут, и бегут. Так, валун ждет их. Вот, сбросим. И заморозку. А? Че сразу, взгрустнулось-то вам? Хлопчики. Шикандос. Так, давай подлечим и вызовем Рэмбо. Я хочу посмотреть, сколько Рэмбо наносит урону, ребят. Вот давай посмотрим вот. Где вот наш Рэмбо? Бежит, 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 бежит. Слушай, ну в принципе неплохо. Поэтому я считаю, что нужно Рэмбо прокачать. Хотя бы уровня 3-4 ему еще поднять. И это будет вообще на высоте. Так, сколько нам ребят дадут? А, я не могу больше смотреть, да? Фу, ядовитый снаряд. Отравляет троглодитов, нанося ущерб спустя некоторое время. Конечно же, зайдем в магазин. Не буду я это ничего ваше брать. Дай мне в магазин посмотреть, елки-палки, в конце концов. Я хочу посмотреть, что это за снаряд. Вот дилемма теперь, а? Где он? 8300. А, это лечение, ребят. Ядовитый снаряд. 14 тысяч он стоит. Блин. Недешево. Очень даже недешево. Так, а глыба стоит 20 тысяч. Блин, мне надо было глыбу, наверное, улучшить. Я не знаю, ребятули. Ладно, короче, попробуем с вами пройти вот этот этап. После этого попробуем. Так, подожди, улучшать нам ничего не надо. Просто идем на этот уровень и посмотрим, что у нас за отравляющая вот эта вот бомба. А почему... А, я ее не взял. А, нет. Есть. Это, наверное, после каждого уровня, ребят, дают нам, типа, на испытание испробовать, как она работает. Я понял ее принцип. Отравляет она потихонечку. Короче, у меня динозавров, как понимаете, нету. Буду чисто вот драться камнями. Главное, чтобы не было бомжихи здесь. И причем у нее какой-то маленький, как вам сказать, действует она очень мало. Вы заметили? Ну, я не знаю, не знаю. Как-то уж... Блин, а как? Зашибись. Тут уже, ребята, и каменные идут. Тут уже идут и каменные. Слушай, какая-то фигня получается. Эй! А тут яйцо уже, погоди. Так... Я ничего не могу сделать. Вот этими вот бомбами они хотят, чтобы я тут... Рулил? Да еще и летуны. Эй! Слушай, тут что-то они попутали, по-моему, маленько, ребят. Я не смогу пройти этот уровень. Офигеть! И как вы мне прикажете здесь быть? Говно это, честно говорю, вам бомбы вот эти вот отравляющие.
Просто лажа полнейшая. То есть я не смогу, наверное, никуда дальше пройти, пока не улучшу себе снаряды. Они на это намекают мне, да? Фигня полнейшая. Ядовитые эти снаряды. Просто лажа. Лажа полнейшая. Да. Молодцы, придумали хрень какую-то. Так если бы уж давали, так давали бы мощные снаряды. Чего как-то... Да, лабуду-то мне подсовываете, а? Зачем так делать? Ладно, будем держаться с вами до последнего. Этих-то ладно, мы еще с вами как-то можем пройти. А дальше-то вот как? Тут вот пошли в каменной броне. Они же не такие легкие-то. Я не знаю. Я вон одного не могу пробить. Ты понимаешь? Я вон в него бросаю. Ему пофиг. Он бежит себе и бежит. Валун. Да, ребята, я могу только использовать валун. Но это, я считаю, несправедливо и нечестно. Тратить вот на это вот валун. Как-то глупо даже. Но деваться некуда. Специально, видимо, замутили, чтобы я так сделал, да? Валун разбили, ёпрсте. А волна-то там закончится когда-нибудь или нет? Так. Не даем спуску. Начинает кромсать. Слушай, ну это фигня. Я даже не успеваю, ребят, валун с вами на откатку поставить. Или успею? Я вам сразу скажу, без валуна я бы не прошел бы здесь. Не прошел бы и все. Только с помощью валуна здесь у меня получилось все. Фу. Да, жалко. Только получил его и тут же сразу потратил. Обидно, но... Так, Стега завершил обучение. Хорошо, отлично. Так, значит, мы можем еще, видимо, с вами кого-то улучшить. Кого? Да иди ты. Давай посмотрим. Во, Рэмбо. Да, конечно же, нам нужно улучшать Рэмбо. У него атака почти на 500 прибавляется. Это должно быть хорошо. Ну что же, мы переходим с вами на 50 там какой-то уровень. Я не буду, ребята, брать эту бомбу отравляющую. Я не вижу в ней смысла. Может быть, когда ее прокачаешь там до 10 уровня, она будет... Так, будьте осторожнее. Сегодня утром мне довелось увидеть странного динозавра. В плане, в каком это... Оу! Осторожно, троглодиты могут обмануть динозавров маскировкой. В плане... я немножко, честно говоря, не понял. То есть мы его просто пройдем мимо, да? Получается, скорее всего, так. Ну, Рэмбо, ты где там? Я тебя жду. Давай вот этого тоже вместе до кучи. Пиу. Раз, два, три, всех посмели здесь. Ай, по красоте. Вызываете Рексика. Кто там идет? А, этот Т-Рекс так топает, аж экран. Я надеюсь, что помимо бомжей здесь больше никаких не будет супер-пупер там великих монстров, блин. С которыми фиг потом справишься. Эй, копейщик бежит такой довольный. Лашпен, блин. Давай вот так вот сделаем. Хочется Т-рекса подлечить, но пока я, ребят, не буду это делать. А вот теперь пора бы. О, ты понял, что здесь, смотри. Ты смотри, что он делает. Вот оно в чем проблема-то. Он просто, ребята, пробегает. Мимо моих динозавров. Вот так-то. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Мне надо его подбить как можно быстрее. Фух, офигеть. Если такие побегут дальше, что дальше будем делать, я не знаю, ребят. Они меня обманывают просто, понимаешь, обманывают. И пробегают мимо. А его так легко не подбить. Бомжиха. Блин, усиленная бомжиха, ребята. Ну, ёпрсте. Что там еще за барабанная дробь? Так, давай. Рэмбо побежал. По-моему, кого-то там убью сейчас. Брахио, да? Точно, подбили мне. Опять этот бежит, голодранец, блин. Смотри. Твою ж дивизию. Он меня очень сильно отвлекает. Вот что я вам могу сказать. Очень сильно отвлекает.
Есть у меня какая-нибудь фигня, которая может снимать маскировку, или какой-нибудь динозавр, который может его пронюхать, прочухать, елки-палки. Пробились, а, сопляжуи. Слушай, ты посмотри на эту бомжиху, ну ё-моё, ну... Ну как вот можно так вот играть? Я не знаю. Давай попробую ее сейчас накумарить. Я представляю, если ее одеть, ребятули, в каменную броню, это будет трындец. Это будет просто трындец. Я ее никогда в жизни не смогу победить. Это мне нужно динозавров хрен знает как тогда усилять, чтобы ее пробить. Она в каменных-то доспехах, вон. Да чего сильна. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, Брахио, давай-ка мы тебя, родной, подлечим маленько. Кстати, а хилище и вот эту вот хилищую капусту я могу улучшить или нет? Я вот что-то как не смотрел. Чтобы он хилял получше. Е, накрыли бомжиху. Ух, с горем пополам мы прошли этот уровень. Деньги что-то у нас так неплохо начали прибывать. Так, призови 1000 динозавров по выбору. Так, опять по выбору. И еще 500 динозавров по выбору. Все на мой выбор, все на мой вкус. Ну что, ребятушки, что у нас тут? Блин, скоро посмотрите, что будет. Наверное, это ледяная бомба, мне кажется. О, тут откроется Т-рекс. Ну, до него нам долго еще, ребят. Долго. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ага. Это будет, видимо, последняя, ребята, карта. Слушай, ну мы должны пройти. Сколько тут миссий-то всего? Соточка? Соточка, да? Ага. Ладушки. Ну что ж, давайте 57 уровень, наверное, пройдем, ребята, и будем закругляться. Как говорится, до следующей с вами серии. А пока бомбим. Да ладно, с летунов начинают. Че так нечестно-то? Блин. Ну ладно, Т-рекс должен с ними разобраться. А мне нужно, ребята, вот сюда переключаться и смотреть. Тут у нас каменный... О, а погоди, погоди, а почему? Почему у нас, ребята, так маленькое расстояние от их базы? Это нечестно. Это, я считаю, нечестно. Так, снесли его. Мне нужен, ребята, Брахио. Но Брахио я не могу призвать, потому что у меня не хватает яблок. Все, понеслась песня, блин. Бомжовская. И причем, ребята, усиленная. Причем усиленная бомжиха здесь вышла. Блин, ты достал уже меня, а, шаман. Заморозка. Так, хорошо. Хиляем, хиляем своего Т-рекса. И что ж тут? Блин. Во. Сейчас, ребят, бумкнем немножко. Так, и вот так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Т-рексика не подбейте. Они подобьют его сейчас. Уже подбили. Они уже... И, естественно, подбираются к Стега. Стега нет смысла, ребята, хилять, потому что он все равно сейчас отдуплится с удара просто. Он с удара отдуплится. Кстати, это волна-то последняя или нет? Надо, наверное, взрывать бомжиху эту. Ты видел? Ей пофиг. И это она с кулачками, ребят. Без всякого оружия меня бомбит. Ты понял? Просто кулачками бомбит и все. Так, Брахио, давай-ка лечись, родной мой. Сейчас Т-рексик ей устроит. Ну, молодцы. Все, ребят, последний был бой это у нас. И, как говорится, мы с вами идем на отдых. Сейчас я только поставлю кого-нибудь. Рокки. Зло. Слушай, ну он, наверное, сбивает вот этих бомжих, мне кажется, как обычные Рокки обычных мобов. Так, найди куда ударить, чтобы разрушить катапульту. Это понятно, еще катапульты у нас будут здесь. Так, и хотел я, ребят, на улучшение поставить, чтобы мы с вами в следующую серию уже начинали с улучшенных воинов. И, наверное, это будет у нас Стего. Какой Стега? Ребят, нам нужно снаряды улучшить, Стега. Конечно же, вот. Глыба. Ну, а что поделаешь, ребят? Ну, надо улучшать, понимаете? Иначе никак.
Ну что же, а на этом будем закругляться. Обязательно увидимся с вами в следующей серии. И надеюсь, мы с вами получим вот эту вот бомбочку ледяную. А еще потом тиранозавра большого. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.